Окей, ладно, я не хочу спойлерить, но он рольнул ебучий... Hearthstone Best Moments. Он все отдал! Чем ты меня будешь убивать? Маргами, механологами? Мы сделали все правильно. Я не знаю, где здесь было не стоит, мы сделали все правильно. Сделай спелл, затролль меня и умри. Нужно теперь попрыгать, да? И похлопать ладоши. Так. О, реально дропсы! Охренеть! Я два пака сразу залутал! О, щит, ой! Ну все, раз. Это чуть ли не на хил на 8! На 8! 8! Well played! Не ставить 4 часа. Так, ну и чё? А Hearthstone! О, сегодня Hearthstone заработает. Да. That's good, my boys. That is good. Так. Так, чатикс, я только вышла из душа, обернулась в полотенчика и думаю, где мои 1000 подарочных сабочек? Так, в чате есть еще живые? Нет, только мертвые. Опа, привет. Попу мыл. Есть история смешная, как я пошел мочалку покупать, прикиньте. Пошел покупать мочалку, бро. В магазин 1000 мелочей. И стоял 15 минут в очереди, чтобы купить мочалку за 150 рублей. Мочалка внутри меня, да. Попу мыл. Только вперед. Да ебаный в рот. Что мне сразу пишут? Ок. Предупредительные мне дают. Привет. Я не знаю, у меня чат Ютуба немножко больше открыт, чем... Шире открыт, чем чат Твича. Это потому, что у них анальное отверстие шире? Ага, хорошо. Хорошо. Так. Здорово. Стоит ли сейчас начинать играть в ХС? Всегда. Всегда стоит, всегда. Да, пишут. Мне нравится, что на Твиче пишут. Точнее, на Ютубе. Ха-ха, пососали на Твиче, что-то терпилы. Ну да. Да уж, конечно, хейт. Ну поздоровайтесь друг с другом нормально, чтобы нормально общались, мне нужно. Моя комьюнити крепкая. Крепкая. Пожали рукопожатие членами. Привет, ребят. Как дела? Как ваш понедельник? Добро пожаловать на радио Плагиатище. И пока я не палю, абсолютно не палю на шкалу автоматом, который мы записали. Нет, вы ничего не видели, блядь. Ничего не было. Это все неправда. Все, кайф. Ой, все. Членопожатие, да. Рассказывайте, как вообще дела у вас? What is going on here? Breakfast.
Так, возвращаемся в стандартный формат. Нет, стоп, пусть еще в меню посидим, мне нужно настроить. Нужно настроить вообще все свои эти. Так. Опа, мистер Бист. Мистер Бист, спонсор этого стрима. Опа, что я не могу сделать вообще? О, кайф. Могли бы быть и лучше, уже третья неделя, как я жду, когда будут продлевать скин Зота на Лока, понял. Когда чудастер обновят? Никогда, привет. Лайк поставил. Лайк поставлен. Привет, красавчик. Самое время в топ-донаты влетать, мне кажется, что? Новый месяц, лайк поставлен. Да. 777 на удачу. Блин, порчу на понос больше не накладывайте, молю. Потому что немножко поносило меня в воскресенье. А весь день слушал Супер Поросенка, пока играл в топ-100. Супер Поросенка? Я что-то такое помню, но не очень сильно помню. Чем в ВТК Шамане заменить камни хуйню? Ты про что? А, кстати, игра немножко тихо. А, нет, нормально. Камнетворицу, что ли? Это Камнетворица ее зовут? А, замени вот этим гигачадом. Смотри, какой классный. А, понял. Как отдохнул? Как отдохнул? Надеюсь, хорошо. А то, блядь, время такое, что отдыхать вообще как будто некогда. Так, сейчас я сделаю пост в... Потому что стрим пошел... А тебя нет. Ну-ка. Да. Ребят, есть на стриме кто-то у меня или нет? Присутствующие на потоке есть? Или только отсутствующие? Кто присутствует на стриме? Такие есть? Я, кстати, ложное ощущение складывается того, что... после того, как Лёха постримил на YouTube пару раз... И у меня онлайн на Ютубе подрос. Как будто люди поняли, что на Ютубе тоже можно смотреть стримы. Спасибо, Лёха. А, я присутствую в записи. Ну, бля... А мне не нужно в записи. Вы чё, боты? Мне не нужны боты. Мне нужны реальные люди, ребята. Реальные люди, отзовитесь. Есть такие? Пожалуйста. Ну, хотя бы один человек настоящий. Один настоящий человек, и я оффую стрим. Да, да. Привет, я на то, что у меня на голове, не смотрите, я из душа только что, а у меня фена нет. Ну, который обычный-то есть. Осуждаю, это шутка была, шутка. Шутка, блядь. Короче, я думал сегодня первый раз стрим без кринжа провести, типа лютого, от которого вас коробить будет. Но, короче, видимо, я не могу против себя пойти. Будем... хавать кринжуху. Познай бушующее пламя света. Чел. Блин, а как мне сделать так, чтобы вот на ютубе кидают коды колод, например, делятся люди друг с другом, как бы, да? А они сразу при помощи автомодерации, ну как при помощи, из-за автомодерации отправляются на парашу. И мне приходится их каждую показывать. Отдельно. Что за хуйня? Точнее, не показывать, а нажимать, ладно. Ты призы когда будешь раздавать? Типа паков, например, давно уже пора. Ниху... Так, подожди, еще раз. Мухаммед Султанбеков пишет, когда ты призы будешь раздавать? А ты заслужил приз? Мухаммед. Привет тебе. Не, просто интересно, я как бы без негатива. Что это такое вообще? Я увидел сейчас в чате, мне нужно глаза промыть, походу. Что значит призы раздавать? Я что, пришел вам... А, на 200к? Да, на 200к что-нибудь придумаем. Я думаю, что я о твоей мегакарте напишу, пусть они подсуетятся и вам что-то подарят. Это правда. Всем, вот мои знакомые игроки, стримеры из других стран. Так, вот уже идет аргументация, вот это уже реально интересно, я не шучу. Ну, и они постоянно что-то тебе дарят? Так это друзья твои, я что, твой друг? Что за дека говна? Не ругайся, пожалуйста, на стриме.
Они уже дарят парки в подарок за разные подписки и все такое. Понял, понял. Ну смотри, дело в том, во-первых, что меня близы отменили, и если твоим друзьям на халяву дают на розыгрыш паки и комплекты и какие-то акционные предложения, то мне дают залупу за щеку. И во-вторых, так как я убийца из Беларуси, очевидно, по мне видно, да, по лицу, то мне еще и обрубили абсолютно все способы оплаты, подарков и т.д. и т.п. Соответственно, я сижу не только с залупой во рту, чужой, естественно, ну, не своей же, правильно? Но и с... с невозможностью даже дарить, даже если я вдруг захочу. Вот, поэтому, к сожалению, как есть, как есть. А так я раньше кучу раз разыгрывал, плюс чат, кто как бы участвовал в розыгрышах моих. А, из-за тебя у меня жижа постоянно в рекомендациях, отпишись за баню. Монетизация на ютубе работает в Беларуси? Нет. Тут дело не в том, в какой ты стране, дело в том, какая страна тебя смотрит. Так как у меня 70% из России, то у меня вместо, там, не знаю, миллиона рублей в месяц 11 тысяч. Но точку в споре ставит меткость. Сильваночка, точку в споре вставлю я тебе, когда захочу, поняла? Привет, чудик 10. Меня у Хесуса забанили за то, что я описал Крым Россия. Ну, по делам. Ладно, шучу. Все, отъебись, не надо вот это вот поднимать. Парни... Папич Казик запустил, го к нему. Зачем? Я что, не такой интересный, как Папич? Подождите, вы хотите сказать, что Папич интереснее, чем я? Его вам интереснее смотреть? Ну, вы сейчас реально нарветесь, мне кажется, на негатив. Вы сейчас обидите меня сильно. Ребята, у меня уже слезы наворачиваются, если честно. Гайс. Но это лишнее, реально. Но это реально уже лишнее. Такие вещи говорить. Только тебя смотрим? Приятно, спасибо. Лагич, ты же не за деньги, ты же со зрителями. Ну, мы с Папичем здесь. Да, естественно. А чё, кстати, подписки не дарятся? У вас что, кнопка не работает? Так. Ну, это обидно, конечно, Сильвана. Не плачь, Бватан. Да ладно, я все понял, вы лицемеры. Вы лицемелы. Так, сначала дредж, потому что хочу залутать вот этого обобусика. Импануть чисто, как говорится, по-пацански. Тут не важно, как бить, типа. Его власти anyway, конец. Оставлю городской налог, почему бы и нет? Папич на стриме за лупу за щеку плагиаты берет? Ой. Да ладно, я Папича люблю, это я так чисто решил вас проверить. Я решил плавелить. Проверить. Я решил проверить, насколько глубоко может в меня губка зайти, короче, парни. Я решил проверить, насколько лояльна моя аудитория, если честно. Привет, привет. Люблю, целую, привет, Атомата. Привет, привет. Друзья, давно очень нравится стрим. О, спасибо. Скоро офнишь? Ну, не собирался скоро, а что? Ты хочешь, чтобы я выключил? Хочешь промочить горло? Хочешь промочить горло? Хочу, и чё? Так, самое время лутать уже кауточки хорошие. Сейчас еще святой скат, по идее, да, придет? За ноль, пог. Вот это вот колода, я понимаю! Вот это дечка, вот это дечка, вот это дичка, вот это дечка! Кто-то пиздел, что паладин мусор! Но ты посмотри, что я делаю. Нормально общайся, а что я такое сказал? Мне пишут, чтобы я оффал стрим. Что я неправильно делаю, ребят? Я к другим стримерам захожу, а у них типа не горят оффай стрим. Что такое вообще? Меня одного только просят офнуть или что? Вы гадины, что ли, гадкие?
Вы гадюки? Коррозийные? Опа, стрим нытик. Да за что ты меня обзываешь? Привет, стример, привет. Ты, видимо, к головачу не заходил, да я угораю. Стрим дневной, спасибо большое. Александр Петров. Это ты тот актер? Театра и кино? Или кто ты? Кто я? Горе тому, кто бросит мне вызов! Ребят, если бы на вас Вариан вылетел алмазный, вы бы обосрались сразу или с задержкой в полсекунды? Не? 0.27? Сейчас открываю пак за тебя, если 40 пыли отписываюсь. Давай, братик, ничего там не будет 40 пыли, там все будет как надо. Что, блядь? Какие 29 там... 29? У него умерло 24 существа, вы хотите сказать? Алло, 24 существа должно было умереть. Почему умерло 24 существа, а не его ма... Ладно, спокойно, мы стримим на позитиве. Никакого негатива, никаких криков. Ну, типа, прикрикивания будут какие-то, да? Но никакого негатива в сторону моих оппонентов не будет. Типа, бро. Зачем? Правильно? Совершенно не стоит того. Главное на позитиве подходить просто к игровому процессу. Сколько раз, вы думаете, я проигрывал в эту игру? Сотни тысяч раз. Но с каждым лузом я становился все сильнее. Привет, пупсик. Привет, спасибо. Умерло одно, другое ему существо. Это смешно. Сейчас открою пак. Да я, ну так открой уже, блядь. Ты зачем 4 раза спамишь? Я говорю, ну открой. Я говорю, не будет там 40 пыли. А, ну так открой, что ты пишешь, открой, и потом сообщай, что выпало. Дроп, Ватик, привет. Никак не могу выбрать деку до 10 копыли, может посоветуешь? Я в донате только советую, Ватик. Хочу купить себе виллу просто в этой... напротив дачи моего бати, чтобы выходить просто на улицу, кричать через дорогу и писькой трясти, такой типа, батя... Где герцог? Офайстрим. Какой герцог? А, Ренатал? Ой, ты ата... Блядь, я не помню, как его зовут. Ну вы поняли, я путаю три персонажа. Ренатал, Динатрий и Теотар. Кого-то это напрягает? Мне кажется, что всем похуй. Какая разница, если вы знаете, что я имею в виду. Ну чё, открыл пак там, нет? Как получить скин Лерой? Нет, ты пак открой, я с тобой не общаюсь, пока ты пак не откроешь. Я с пиздоболами не общаюсь, а только по факту, если... Они братья? Кто? Я знаю только 4 пацана. Shadowland? Нет, не проходил. Привет, только пришел. Привет, привет, Мустафа. Оф, не нахуй просто. Блин, ну что за негатив? Ты же так хорошо здороваешься, еще смайлик с улыбочкой отправил. Зачем негативить сразу? Если это существо. А это существо! А это существо, ребята! На третий ход я что ставлю? Существо! Что? Существо! Что? Существо! Теперь мой Динатрий прокачается. Привет. Вернулся в игру после перерыва 10 тысяч лет. Какую деку делать? Ну, если 10 тысяч, то или Дана. Перестань гореть, как недалекий, так хочется почилить на том стриме, но эта новая фишка раздражает. А, типа СВУ, вот это вот? Там и с батиками просто рофлим, так, извини, брат. Ну, подожди, если тебя это накаляет, то ты не брат, выходит. Потому что я только с батиками так рофлю. У нас есть проблема с коммуникацией, явно. Во многих гачи-играх есть достижение за количество проигрышей. Пока близамы тут вести, и ты сразу то по чиву дропнешь. Слушай, честно говоря, я уже устал от хейта за 18 минут стрима. Поэтому буду отвечать теперь как обычно. Чел, я то по чиву не дропну, я дропну свой кокинсон тебе прямо в маут. Давай Динатрия на ваншот противника качаем. Качаю, батик, качаю. Так, ну, я бы хотел путешествовать много, с природой сливаясь, лежать на песке. Или прийти, наконец-таки, к богу и попросить у него зачистку за 3. Ну, найс, кстати.
А чё, все негативят? Да, они рофлят, все нормально. Сижу под твой стрим, готовлюсь к семинару. Можно не кричать ПЖ. Здорово, скажи вебку, я пивной бог. Чё ещё тебе сказать? Здорово, взял топ-400 вчера, престижно ли? В смысле, 2 числа уже топ-400? А чё все в легенду ломанулись так? Не понимаю. За сколько пизданёшь стул? Стул новый. Зачем его бить? А будет что-то, что поможет выжить в этом жестоком мире? Просто что это? Ну, Рено Джексона здесь нет. That's fucked up. Решил в дуэлях собрать милдруида? Нормально. Ой, я телегу не закрыл. Прошу прощения, guys. Все, выключаю. Сейчас меня выключат. Будешь моим шугар-папиком. Не буду. За кого на Инте будешь болеть? Ну, за наш регион. За Восточную Европу. Семерка не поможет? Ну, 6 маны на Next. Куда я разыграю? Дешевить никак. Единственное, что топдек городского налога желательно как бы залутать, да? А его как бы нет. Ну, хантам бы всем просто, блядь, порезать нахуй руки, чтобы они перестали играть в этой мете, да? Вот было бы найс. Ду тебя в 150 легенды. Да не, если я сяду сейчас на нормальную колоду и легенду возьму за этот стрим, то я буду в топ-50 минимум, поэтому ты зря ждешь. Ну, кстати, я рогу так и не собрал, видимо, да? Понятно, ну. Ну, год объем, слушайте, 58, мне нужно 42 победы сделать на ДХ, чтобы у меня он был золотым. Давайте докачаем ДХ до золотого портрета, хотите? Мне кажется, что 42 игры на релик ДХ, в принципе, должно хватить, чтобы я Легу взял. Поэтому... Поэтому это будет... Ай, блядь, как же я ненавижу Хардстоун, вы бы знали, блядь. Просто за вот это вот, что вот это? Вот что это? Да-да-да-да. Шаловливые бесы. Это шаловливые бесы. Кажется, шаловливые бесы мешают. Шаловливые бесы в чате все. Какого хуя они еще у меня и в Хардстоуне? Не обидно, надеюсь? А то сейчас начнется. Готовы умереть, чтобы сюда попасть. Готовы умереть! Кто готов умереть? Я уже готов умереть. О, еще сняли, по-моему, мне звезду. Найс, автолуз. Ой, бля, просто... Оу, я. Оу, я. Быстро ты с паладина ушел? Yes. Друида нашли резко, ну да. Ощути силу дикой природы. Я не уступлю ни клочка этой земли. Не отдаем ни сантиметра на карте, да, Альдан, давай. Слушай, круто ты это придумал. Я сразу и не понял! Я сразу и не понял, а потом как понял, а потом не понял, а потом снова понял.
За сегодня 42 вина оформишь? Нахуй я все сообщения в чате читаю, я что, долбоёб? Мне уже устал, буду читать только 2 сообщения в час. Кому-то хлам? А для меня материал? Носки у меня, кстати, воняют, только что понял. Надо снимать, наверное, но впадло. Карта сыграет? Чё? Так, стоп. А, ростки тоже демоны, фак. А, так и супер. Чё я делаю вообще? Это легально? Не, просто старые носки надел. Что вопросы-то? Я думал, найс будет старые носки дома надеть. Чё вот сразу? Я не самый, наверное, чистоплотный человек в мире. Мне как бы, ну, не стыдно, I guess. Меглул, I guess. Вообще, как это сыграет? Ну... Понятно, что она насытится за счет демона, который выставится на 6-й, хотя он должен выходить на 7-й. Это nice, потому что сейчас у друида ход, это какой-нибудь гав там условно. Ну, этот, да, тоже nice. Сейчас он выносит этот стол этими, как их, чешуей, и потом я возвращаю просто эти ростки. Причем, если я верну Силага с этой хуйни, а шанс вернуть Силага довольно-таки высокий, потому что... А, они все разные, фак. Не знаю, как в коде прописано, но вернуть Силага было бы nice. Он тупо весь стол займет, вы понимаете? Ой, лол. Так это вуз, братик. Или не вуз, не пойму. Он бэкает щупальца? Да. А, стоп, нет. Почему щупальца? Не щупальца. Что он делает сейчас? Он трейдит Силага. Все, ему капец. Я выигрываю его самой неожиданной стратой в мире. Посмотрите. Чё с ебалом? Не смейте об этом забывать! А, он думает, что он выжил? Чё, реально? Бра. Ну, необычно, кстати. Это, наверное, самая необычная вообще реализация пока что карты за 5, в карту за 5. И тулипим буду. Кто знает, как получить мех-скины, но они появятся в магазине рано или поздно. Снова. Когда близы захотят.
Даже если его копернуть пятеркой, то он будет со щупальцами? Да, будет, это же гигант. Гиганты, откуда бы ни выстрелились, всегда спавнят свое тело остальное. Так, ну, пока вот так. Друид сыграл одно дело производства, я беру три карты. Какого хуя? И жадина, потому что. Я вижу, с тобой... Да у меня и так ноги воняют, что такое? У меня рак ног. Вонючек. Иди помойся, я только из душа. Ой, сука. Давай туда свою косточку. Все, Блатик, ты поиграл. Что, еще раз идти мыться? Рак вони. Ты вонючка? Да не вонючка я. Помыться не... Да я мылся только что. Ой, все, отстаньте. Я не буду с вами делиться вот этим вот. Помылся я сегодня, не помылся. Поняли? Вот так вот. Не мойся в мусорном баке. Я не ссал в душе. Все, отстаньте. Попу мыл, да. Попа не воняет. Дезодорант вылей на ногу. Вылей ягу себе. Ладно, не надо. Про мытьё неинтересно, в кулачок пукал, боже, блядь. Вам настолько делать нехуй в понедельник? Вы никто не устали? Не устали? Под вечер? Что у вас достаточно сил для рофлов таких? What the fuck? Оу, качественно. От тебя говно воняет, с телефона чувствую. Отстань, хейтер. Дыханный реликвий сильнее обычного дыханный релик? Да, я думаю, сильнее. У него дополнительный вин-кондишн есть. Я не покажу жопу. Ребята, вы думаете, я стрим включил, чтобы жопу вам показать? Но вы плохо меня знаете. Я устал. В командировку уехал сегодня. Понятно, куда командируешься? Куда командировали тебя? Вырисовывается фанфик? Фиг-фиг. Кроме стрима в Москве, где работаешь? Я ничего смешного не придумал. Извини. Ну понятно, что всем три. Попу пода три. Бля, еще как даст мне на 9 въебало. Не даст? Я думал, даст. Кто знает, как пишется Зинос... А чё не дал? Чё, лох, что ли? Привет, не подскажете купить такую же классную футболку, как у тебя по выгодной цене? На всех майках купи и мой, пожалуйста, указывай промокод. Спасибо. Да не работаю я на OnlyFans. Откуда у вас информация вообще такая? Ёбаный рот. Ой, да, хоть 10.
ответ лежит на поверхности. Не, плохо сыграл, можно было по-другому. Лучше, да, там минус 2. Грандиозный подарок или грандиозная фигня? Да по-любому подарок будет грандиозный, чё фигня-то? Железный рудник мой. Нет, мой. Все, чат. Я не знаю, просто мне дропнулся на секунду и все. Так, без регистра тогда ввожу пароль. Давай. Давай. Окей, ладно, я не хочу спойлерить, но он рольнул ебучий. Окей, ладно, я не хочу спойлерить, но он рольнул ебучий. Это будет в подборке. Да, все, чат. Я не знаю, просто мне дропнулся на секунду и все. Так, без регистра тогда ввожу пароль. Давай. Чтоб не ебаться. Чтоб не ебаться. Блять, куда я зашел опять? Окей, ладно, я не хочу спойлерить, но он рольнул ебучий. Смотрите, что я делаю. Это будет в подборке Hearthstone Best Moments. Он все отдал! Чем ты меня будешь убивать? Маргами, механологами! Мы сделали все правильно. Я не знаю, где здесь было не стоит, мы сделали все правильно. Сделай спелл, затролль меня и умри. Нужно теперь попрыгать, да? И похлопать на ладоши. Так. Охренеть! Я два пака сразу залутал! Оу, щит, бой! Ну все, раз. Два. Три. Бля! Что? Роляет очередной бонус крит на хил на 8! На 8! 8! Well played! И ставит 4. Так, ну и чё? А Hearthstone! О, сегодня Hearthstone заработает. Да.
That's good, my boys. That is good. Так. Так, чатикс. Я только вышла из душа, обернулась в полотенчика и думаю, где мои 1000 подарочных сабочек? Так, в чате есть еще живые? Нет, только мертвые. Опа, привет. Поп умыл. Есть история смешная, как я пошел мочалку покупать, прикиньте. Пошел покупать мочалку, бэ. В магазин 1000 мелочей. И стоял 15 минут в очереди, чтобы купить мочалку за 150 рублей. Мочалка внутри меня, да. Поп умыл. Только вперед. Да ебаный в рот. Что мне сразу пишут? Ок. Предупредительные мне дают. Привет. Я не знаю, у меня чат Ютуба немножко больше открыт, чем шире открыт, чем чат Твича. Это потому что у них анальное отверстие шире. Ага, хорошо. Хорошо. Так. Здорово, здорово. Стоит ли сейчас начинать играть в Хэс? Всегда. Всегда стоит, всегда. Да, пишут. Мне нравится, что на Твиче пишут. Точнее, на Ютубе. Ха-ха, пососали на Твиче, что-то терпилы. Ну да. Да уж, конечно, хейт. Ну поздоровайтесь друг с другом нормально, чтобы нормально общались, мне нужно. Мое комьюнити крепкое. Крепкое. Пожали рукопожатие членами. Привет, ребят. Привет, ребят. Как дела? Как ваш понедельник? Добро пожаловать на радио Плагиатище. И пока я не палю, абсолютно не палю наш коллаб с томатом, который мы записали. Нет, вы ничего не видели, блядь. Ничего не было. Это все неправда. Все, все, кайф. Ой, все. Членопожатие, да. Рассказывайте, как вообще дела у вас? What is going on here? Breakfast. Так, возвращаемся в стандартный формат. Не, стоп, пусть еще в меню посидим. Мне нужно настроить. Нужно настроить вообще все свои эти. Так. Опа, мистер Бист. Мистер Бист, спонсор этого стрима. Опа, что я не могу сделать вообще? Окей. Могли бы быть и лучше, уже третья неделя, как я жду, когда будут продлевать скин Зота на Лока, понял. Когда чудо обновят? Никогда, привет. Лайк поставил. Лайк поставлен. Привет, красавчик. Самое время в топ-донаты влетать, мне кажется. Что? Новый месяц. Лайк поставлен. Да. 777 на удачу. Блин, порчу на понос больше не накладывайте, молю. Потому что немножко поносило меня в воскресенье. А весь день слушал Супер Поросенка, пока играл в топ-100. Супер Поросенка? Я что-то такое помню, но не очень сильно помню. Чем в ВТК Шамане заменить камни хуйню? Ты про что? А, кстати, играть немножко тихо. А, нет, нормально. Камнетворицу, что ли? Это камнетворица ее зовут? А, замени вот этим гигачадом. Смотри, какой классный. А, понял, как отдохнул? Как отдохнул? Надеюсь, хорошо. А то, блядь, время такое, что отдыхать вообще как будто некогда. Так, сейчас я сделаю пост в... Потому что стрим пошел. А тебя нет. Ну-ка. Да. Ребят, есть на стриме кто-то у меня или нет? Присутствующие на потоке есть? Или только отсутствующие? Кто присутствует на стриме? Такие есть? Я, кстати, ложное ощущение складывается того, что после того, как Лёха постримил на YouTube пару раз,
И у меня онлайн на Ютубе подрос. Как будто люди поняли, что на Ютубе тоже можно смотреть стримы. Спасибо, Лёха. А, я присутствую в записи. Ну, бля... А мне не нужно в записи. Вы чё, боты? Мне не нужны боты. Мне нужны реальные люди, ребята. Реальные люди, отзовитесь. Есть такие? Пожалуйста. Ну, хотя бы один человек настоящий. Один настоящий человек, и я оффую стрим. Да. Да. Привет. Я на то, что у меня на голове, не смотрите. Я из душа только что, а у меня фена нет. Ну, который... Обычный-то есть. Осуждаю. Это шутка была, шутка. Шутка, блядь. Короче, я думал сегодня первый раз стрим без кринжа провести, типа лютого, от которого вас коробить будет. Но, короче, видимо, я не могу против себя пойти. Будем хавать кринжуху. Познай бушующее пламя света. Чел. Блин, а как мне сделать так, чтобы вот на Ютубе кидают коды колод, например, делятся люди друг с другом, как бы, да? А они сразу при помощи автомодерации, ну как при помощи, из-за автомодерации... От... Не, не похоже, это просто инди-проект, блядь. Похоже, блядь. Нет, а не успеем ту VR-шпилку сыграть? Окей, ладно, я не хочу спойлерить, но он рольнул ебучий... Смотрите, что я делаю. Это будет в подборке Hearthstone Best Moments. Он все отдал! Чем ты меня будешь убивать? Маргами, механологами! Мы сделали все правильно. Я не знаю, где здесь было не стоит, мы сделали все правильно. Сделай спелл, затролль меня и умри. Нужно теперь попрыгать, да? И похлопать ладоши. Так. А, реально дропсы! Охренеть! Я два пака сразу залутал! Оу, щет, бой! Ну все, раз. Роляет очередной бонус-крит на хил на 8! На 8-8! Well played! Не ставит 4-5. Так, ну и чё? А Hearthstone! О, сегодня Hearthstone заработает. Да. That's good, my boys. That is good. Так. Так, чатикс. Я только вышла из душа, обернулась в полотенчика и думаю, где мои 1000 подарочных сабочек? Так, в чате есть еще живые? Нет? Только мертвые? Опа, привет. Поп умыл. Есть история смешная, как я пошел мочалку покупать, прикиньте. Пошел покупать мочалку, бро. В магазин 1000 мелочей. И стоял 15 минут в очереди, чтобы купить мочалку за 150 рублей. Мочалка внутри меня, да. Поп умыл. Только вперед. Да ебаный в рот. Что мне сразу пишут? Ок. Предупредительные мне дают. Привет. Я не знаю, у меня чат Ютуба немножко больше открыт, чем шире открыт, чем чат Твича.
Это потому что у них анальное отверстие шире? Ага, хорошо. Хорошо. Так. Здорово, здорово. Стоит ли сейчас начинать играть в Хэс? Всегда. Всегда стоит, всегда. Да, пишут. Мне нравится, что на Твиче пишут. Точнее, на Ютубе. Ха-ха, пососали на Твиче, что-то терпилы. Ну да. Да уж, конечно, хейт. Ну поздоровайтесь друг с другом нормально, чтобы нормально общались, мне нужно. Мое комьюнити крепкое. Крепкое. Пожали рукопожатие членами. Привет, ребят. Привет, ребят. Как дела? Как ваш понедельник? Добро пожаловать на радио Плагиатище. И пока я не палю, абсолютно не палю наш коллаб с томатом, который мы записали. Нет, вы ничего не видели, блять. Ничего не было. Это все неправда. Все, все, кайф. Ой, все. Членопожатие, да. Рассказывайте, как вообще дела у вас? What is going on here? Breakfast. Так, возвращаемся в стандартный формат. Не, стоп, пусть еще в меню посидим, мне нужно настроить. Нужно настроить вообще все свои эти. Так. Опа, мистер Бист. Мистер Бист, спонсор этого стрима. Опа, что я не могу сделать вообще? Окей. Могли бы быть и лучше, уже третья неделя, как я жду, когда будут продлевать скин Зота на Лока, понял. Когда чудастер обновят? Никогда, привет. Лайк поставил. Лайк поставлен. Привет, красавчик. Самое время в топ-донаты влетать, мне кажется, что? Новый месяц, лайк поставлен. Да. 777 на удачу. Блин, порчу на понос больше не накладывайте, молю. Потому что немножко поносило меня в воскресенье. А весь день слушал Супер Поросенка, пока играл в топ-100. Супер Поросенка? Я что-то такое помню, но не очень сильно помню. Чем в ВТК Шамане заменить камни хуйню? Ты про что? А, кстати, играть немножко тихо. А, нет, нормально. Камнетворицу, что ли? Это камнетворица ее зовут? А, замени вот этим гигачадом. Смотри, какой классный. А, понял. Как отдохнул? Как отдохнул? Надеюсь, хорошо. А то, блядь, время такое, что отдыхать вообще как будто некогда. Так, сейчас я сделаю пост в... Потому что стрим пошел... А тебя нет. Ну-ка. Да. Ребят, есть на стриме кто-то у меня или нет? Присутствующие на потоке есть? Или только отсутствующие? Кто присутствует на стриме? Такие есть? Я, кстати, ложное ощущение складывается того, что... после того, как Лёха постримил на YouTube пару раз... И у меня онлайн на Ютубе подрос. Как будто люди поняли, что на Ютубе тоже можно смотреть стримы. Спасибо, Лёха. А, я присутствую в записи. Ну, бля... А мне не нужно в записи. Вы чё, боты? Мне не нужны боты. Мне нужны реальные люди, ребята. Реальные люди, отзовитесь. Есть такие? Пожалуйста. Ну, хотя бы один человек настоящий. Один настоящий человек, и я оффую стрим. Да, да. Привет, я на то, что у меня на голове, не смотрите, я из душа только что, а у меня фена нет. Ну, который обычный-то есть. Осуждаю, это шутка была, шутка. Шутка, блядь. Короче, я думал сегодня первый раз стрим без кринжа провести, типа лютого, от которого вас коробить будет. Но, короче, видимо, я не могу против себя пойти. Будем... хавать кринжуху. Познай бушующее пламя света. Чел. Блин, а как мне сделать так, чтобы вот на ютубе кидают коды колод, например, делятся люди друг с другом, как бы, да? А они сразу при помощи автомодерации, ну как при помощи, из-за автомодерации отправляются на парашу.
И мне приходится их каждую показывать. Отдельно. Что за хуйня? Точнее, не показывать, а нажимать, ладно. Ты призы когда будешь раздавать, типа паков, например, давно уже пора. Ниху. Так, подожди, еще раз. Мухаммед Султанбеков пишет, когда ты призы будешь раздавать. А ты заслужил приз, Мухаммед? Привет тебе. Не, просто интересно, я как бы без негатива. Что это такое вообще? Я увидел сейчас в чате, мне нужно глаза промыть, походу. Что значит призы раздавать? Я что, пришел вам... А, на 200к? Да, на 200к что-нибудь придумаем. Я думаю, что я о твоей мегакарте напишу, пусть они подсуетятся и вам что-то подарят. Это правда. Всем, вот мои знакомые игроки, стримеры из других стран. Так, вот уже идет аргументация, вот это уже реально интересно, я не шучу. Ну, и они постоянно что-то тебе дарят? Так это друзья твои, я что, твой друг? Что за дека говна? Не ругайся, пожалуйста, на стриме. Они уже дарят паки в подарок за разные подписки и все такое. Понял, понял. Ну смотри, дело в том, во-первых, что меня близы отменили, и если твоим друзьям на халяву дают на розыгрыш паки и комплекты и какие-то акционные предложения, то мне дают залупу за щеку. И во-вторых, так как я убийца из Беларуси, очевидно, по мне видно, да, по лицу, то мне еще и обрубили абсолютно все способы оплаты, подарков и т.д. и т.п. Соответственно, я сижу не только с залупой во рту, чужой, естественно, ну, не своей же, правильно? Но и с... С невозможностью даже дарить, даже если я вдруг захочу. Вот, поэтому, к сожалению, как есть, как есть. А так я раньше кучу раз разыгрывал, плюс чат, кто как бы участвовал в розыгрышах моих. А, из-за тебя у меня жижа постоянно в рекомендациях, отпишись за баню. Монетизация на ютубе работает в Беларуси? Нет. Тут дело не в том, в какой ты стране, дело в том, какая страна тебя смотрит. Так как у меня 70% из России, то у меня вместо, там, не знаю, миллиона рублей в месяц 11 тысяч. Но точку в споре ставит меткость. Сильваночка, точку в споре вставлю я тебе, когда захочу, поняла? Привет, чудик 10. Меня у Хесуса забанили за то, что я описал Крым Россия. Ну, по делам. Ладно, шучу. Все, отъебись, не надо вот это вот поднимать. Парни... Папич Казик запустил, го к нему. Зачем? Я что, не такой интересный, как Папич? Подождите, вы хотите сказать, что Папич интереснее, чем я? Его вам интереснее смотреть? Ну, вы сейчас реально нарветесь, мне кажется, на негатив. Вы сейчас обидите меня сильно. Ребята, у меня уже слезы наворачиваются, если честно. Гайс. Но это лишнее, реально. Но это реально уже лишнее. Такие вещи говорить. Только тебя смотрим? Приятно, спасибо. Лагич, ты же не за деньги, ты же со зрителями. Ну, мы с Папичем здесь. Да, естественно. А чё, кстати, подписки не дарятся? У вас что, кнопка не работает? Так. Ну, это обидно, конечно, Сильвана. Не плачь, ботан. Да ладно, я все понял, вы лицемеры. Вы лицемелые. Так, сначала дредж, потому что хочу залутать вот этого обобусика. Импануть чисто, как говорится, по-пацански. Тут не важно, как бить, типа. Его власти anyway, конец. Оставлю городской налог, почему бы и нет. Папич на стриме за лупу за щуку плагиаты берет? Ой, да ладно, я Папича люблю, это я так чисто решил вас проверить. Я решил плавелить. Проверить. Я решил проверить, насколько глубоко может в меня губка зайти, короче, парни. Я решил проверить, насколько лояльна моя аудитория, если честно. Привет, привет. Люблю, целую, привет, Атомата. Привет, привет.
Друзья, давно очень нравится стрим. О, спасибо. Скоро офнишь? Ну, не собирался скоро, а что? Ты хочешь, чтобы я выключил? Хочешь промочить горло? Хочешь промочить горло? Хочу, и чё? Так, самое время лутать уже кауточки хорошие. Сейчас еще святой скат, по идее, да, придет? За ноль пог. Вот это вот колода, я понимаю! Вот это дечка, вот это дечка, вот это дичка, вот это дечка! Кто-то пиздел, что паладин мусор. Но ты посмотри, что я делаю. Нормально общайся, а что я такое сказал? Мне пишут, чтобы я оффал стрим. Что я неправильно делаю, ребят? Я к другим стримерам захожу, а у них типа не горят оффа стрим. Что такое вообще? У меня одного только просят оффнуть или что? Вы гадины, что ли, гадкие? Вы гадюки? Коррозийные? Оффа стрим нытик. Да за что ты меня обзываешь? Привет, стример, привет. Ты, видимо, к головачу не заходил, да я угораю. Стрим дневной, спасибо большое. Александр, кто-то актер? Театр и кино? Или кто ты? Кто я? Горе тому, кто бросит мне вызов! Ребят, если бы на вас Вариан вылетел алмазный, вы бы обосрались сразу или с задержкой в полсекунды? Не? 0.27? Сейчас открываю пак за тебя, если 40 пыли отписываюсь. Давай, братик, ничего там не будет 40 пыли, там все будет как надо. Что, блядь? Какие 29 там... 29? У него умерло 24 существа, вы хотите сказать? Алло, 24 существа должно было умереть. Почему умерло 24 существа, а не его ма... Ладно, спокойно, мы стримим на позитиве. Никакого негатива, никаких криков. Ну, типа, прикрикивания будут какие-то, да? Но никакого негатива в сторону моих оппонентов не будет. Типа, бро. Зачем? Правильно? Совершенно не стоит того. Главное на позитиве подходить просто к игровому процессу. Сколько раз, вы думаете, я проигрывал в эту игру? Сотни тысяч раз. Но с каждым лузом я становился все сильнее. Привет, пупсик. Привет, спасибо. Умерло одно, другое мысль, что это смешно. Сейчас открою пак. Да я, ну так открой уже, блядь! Ты зачем 4 раза спамишь? Я говорю, ну открой. Я говорю, не будет там 40 пыли. А, ну так открой, что ты пишешь, открой, и потом сообщай, что выпало. Дроп, Ватик, привет. Никак не могу выбрать деку до 10 копыли, может посоветуешь? Я в донате только советую, Ватик. Хочу купить себе виллу просто в этой... напротив дачи моего бати, чтобы выходить просто на улицу, кричать через дорогу и писькой трясти, такой типа, батя... Где герцог? Офф-стрим. Какой герцог? А, Ренатал? Ой, ты это... Блядь, я не помню, как его зовут. Ну, вы поняли, я путаю три персонажа. Ренатал, Динатри и Теотар. Кого-то это напрягает? Мне кажется, что всем похуй. Какая разница, если вы знаете, что я имею в виду. Ну что, открыл пак там, нет? Как получить скин Лерой? Нет, ты пак открой, я с тобой не общаюсь, пока ты пак не откроешь. Я с пиздоболами не общаюсь, я только по факту, если... Они братья? Кто? Я знаю только 4 пацана. Shadowland? Нет, не проходил. Привет, только пришел. Привет, привет, Мустафа. Оф, не нахуй просто. Блин, ну что за негатив? Ты же так хорошо здороваешься, еще смайлик с улыбочкой отправил. Зачем негативить сразу? Если это существо. А это существо! А это существо, ребята! На третий ход я что ставлю? Существо! Что? Существо! Что? Существо! Теперь мой Динатри прокачается. Привет. Вернулся в игру после перерыва 10 тысяч лет. Какую деку делать? Ну, если 10 тысяч, то или Дана.
Перестань гореть, как недалеки, так хочется почилить на том стриме, но эта новая фишка раздражает. А, типа СВУ, вот это вот? Там и с батиками, просто рофлим, так, извини, брат. Ну подожди, если тебя это накаляет, то ты не брат выходит. Потому что я только с батиками так рофлю. У нас есть проблема с коммуникацией явно. Во многих гачи-играх есть достижение за количество проигрышей. Пока близам и... пора близам и тут вести, ты сразу топ ачиву дропнешь. Слушай, честно говоря, я уже устал от хейта за 18 минут стрима. Поэтому буду отвечать теперь как обычно. Чел, я топ ачиву не дропну, я дропну свой кокинсон тебе прямо в маут. Давай динатрия на ваншот противника качаем. Качаю, батик, качаю. Так, ну, я бы хотел путешествовать много, с природой сливаясь, лежать на песке. Или прийти, наконец-таки, к Богу и попросить у него зачистку за 3. Ну, найс, кстати. А чё, все негативят? Да, не рофлят, все нормально. Сижу под твой стрим, готовлюсь к семинару. Можно не кричать ПЖ. Здорово, скажи вебку, я пивной бог. Что еще тебе сказать? Здорово, взял топ-400 вчера, престижно ли? В смысле, 2 числа уже топ-400? А что все в легенду ломанули? Не понимаю. За сколько пизданешь стул? Стул новый. Зачем его бить? Меня! Выбери меня! Ставлю. Направляет тебя на каждом шагу. Свет направляет тебя на... А будет что-то, что поможет выжить в этом жестоком мире? Просто что это? Ну, Рено Джексона здесь нет. That's fucked up. Решил в дуэлях собрать милдруида. Нормально. Ой, я телегу не закрыл. Прошу прощения, гойш. Все, выключаю. Сейчас меня выключат. Знает, как пишется Зиношари. Есть кто-нибудь? Будешь моим шугар-папиком. Не буду. За Конанте будешь болеть? Ну, за наш регион. За Восточную Европу. Семерка не поможет? Ну, 6 маны на next. Куда я разыграю? Дешевить никак. Единственное, что топ-дек городского налога желательно как бы залутать, да? А его как бы нет. Ебать. Ну, хантам бы всем просто, блядь, порезать нахуй руки, чтобы они перестали играть в этой мете, да? Вот было бы найс. У тебя в 150 легенды. Да не, если я сяду сейчас на нормальную колоду и легенду возьму за этот стрим, то я буду в топ-50 минимум, поэтому ты зря ждешь. Ну, кстати, я рогу так и не собрал, видимо, да? Понятно, ну. Ну, год объем. Слушайте, 58. Мне нужно 42 победы сделать на ДХ. Чтобы у меня он был золотым. Давайте докачаем ДХ до золотого портрета. Хотите? Мне кажется, что 42 игры на релик ДХ, в принципе, должно хватить, чтобы я Легу взял. Поэтому... Поэтому это будет... Ай, блядь, как же я ненавижу Хардстоун, вы бы знали, блядь. Просто за вот это вот, что вот это? Вот что это? Да-да-да-да. Шаловливые бесы.
Это шаловливые бесы. Кажется, шаловливые бесы мешают. Шаловливые бесы в чате все. Какого хуя они еще у меня и в Хардстоуне? Не обидно, надеюсь? А то сейчас начнется. Готовы умереть, чтобы сюда попасть. Готовы умереть! Кто готов умереть? Я уже готов умереть. О, еще сняли, по-моему, мне звезду. Найс, автолуз. Ой, бля, просто... Оу, я. Оу, я. Быстро ты с паладина ушел? Yes. Друида нашли резко, ну да. Не отдаем ни сантиметра на карте, да, Альдан, давай. Слушай, круто ты это придумал.